Остался в братошке, в картошке. В картошке у нас остались только персонажи новые на зоне высадки. То есть мы закрыли полностью бездну у нас. Бездна все, осталась зона аварии. Зона аварии, а не зона высадки, да? Блин, мы видим бубы заставки. Не факт. Возможно, там несколько забегов надо победных, чтобы добраться до ультрафинального вот этого босса. Главного злодея. Не знаю, посмотрим. Что делаем? Предлагаю не нажимать больше кнопку рандом, а просто по очереди с рандомной пушкой. Младенец. Сбор минус цены предметов при повышении уровня. Вы получаете одну ячейку оружия, а не улучшение характеристик. Вы начинаете с одной ячейкой оружия. В магазине всегда есть хотя бы одно оружие. Но для повышения уровня требуется очень много опыта. Окей. Ну, 12 сборов халявного есть. И рандом нас выводит на секаторы. Ну, хотя бы оружие поддержки можно ранний сбор собрать. Но в целом, конечно, такое. На самом деле, один секатор, вот просто один секатор, он очень даже норм, потому что как можно раньше поставить просто фруктовый садик. Боже, как это странно. Это старые монстры. О, нет. Это старые инопланетяне. Как в это играть? Я помню, что на 11-й волне будут мумии. Я помню, что на 11-й будут мумии. Музыкальная поддержка. Как я уже сказал, секатор как будто бы максимум мне одного хватит, да? Можно взять лютню. И посмотреть, что выпадет здесь. Еще один секатор. Блин, урон ближнего боя терять не хочется ради 8 сбора. Я думаю, я сейчас сбор как-нибудь сам... Хотя... Да не, вернем его, нормально. Скорее всего, зона высадки мне сейчас будет даже сложнее, чем... чем новая лока. Потому что я вижу... Я смотрю на этих мобов и не понимаю, что мне с ними делать. И это странно. Вроде бы обычные мобцы самые обыкновенные. Самый обычный моб. Да, все такое серое, какое-то коричневое. Да, реально. Блин, ну два секатора не хочу, я его просто хочу накачать. Шокер, наверное, брать не буду, хотя неплохое оружие поддержки в целом. Тихику я вряд ли пойду. Замедлять чуть-чуть мобов. Не. Вот так вот можно сделать. И вот так вот. И расходники апнуть. И вообще балдеж. И лютню подлочить. И серп взять. И шрам взять. И вообще отлично. Не люблю перцов с малым количеством оружия, типа младенца или однорукого. Так у младенца самое большое количество оружия в игре. Какое такое малое количество? О, вот эти ребята пошли. Вот про вас я уже забыл. Викинги без шапок. Они так-то неприятные. Новая ячейка, сюда забираем серп, сразу же плюс опыт, расходники пускай хиляют, уже на плюс 2. Надо начинать накачивать макс хп. Наверное. Белый флаг. Слушайте, ну я пока таким довольно саппортным челом иду. Можно взять? Почему нет? Ау. Кому нужно этих врагов убивать, правильно? Когда можно просто сбор накачивать. Боже, почему так больно? Почему обычная зона такая опасная? Я не знаю, серьезно, бездна проще. Чего это? Ебабл с ресапчиком. Ух, на полгода вперед взял. Спасибо. Не с ресапчиком, а с
новой подписочкой получается. Спасибо тебе большое за поддержку. Очень приятно. Спасибо. Спасибо. Так, пятое оружие жатка. Еще и сразу же куча гифтов. Вот бы хайповоз запустить, но я думаю, 5 минут с подарочных подписок Яны уже прошли. Спасибо, спасибо, ебаво, спасибо большое за гифты. Пепега, привет, хотмод, здравствуй, доброго утречка, ну, денечка уже, всем здорово, здорово. Здорово. Жесть, 20 подписок, спасибо. 20? 20. Вижу God of Bodka, скаулинг. Вау, скау получил сапку 36 месяца. Арчибальд Стоун. Зеткун, шулик. Сабочкин старенькие. Вейнфилл в попе палец. Саяр получает сабочки. И много кто получил сапку в первый раз. Поздравляем их всех. Интеграл, привет и здорово. Блин, можешь походную палку взять? Че нет? Пятое оружие поддержки. Еще одна лютня. Блин, мне кажется, ну вообще две лютни как будто бы играбельны. Давайте залочим лютню. Наверное, все не буду брать. Просто одна лютня в соло не успеет задебафать врагов. Я почти уверен в этом. Если уж драться с большими мобсами. Блин, 15 хп у меня всего. Никакой брони, ничего. В оружие вкладываюсь. Пока что, да. А вот и викинги в шляпах. Я не думал, что я в него так прям войду. Опасно. Боже мой, это в разы опаснее, чем то, что я вижу в бездне. Обычная брата сложнее. Да, отстаньте от меня. Страшно. Больно. Архангел, здорово. Ты же про DLC знаешь, да? Привет, ты. По-любому знаешь. Если вдруг не знаешь, то рассказываю, как бы 13 новых персонажей и целая новая локация. Ну, может, ты. Ну-ка дай-ка посмотрю, когда ты последний раз играл. Я сейчас посмотрю. У тебя 100 часов, ты не мог пройти. Ты не мог пройти на платину. Это физически невозможно. Да, фея почти автовин, да, это правда. Кстати, а гамбу мы не делали. Хотите гамбу? Не знаю, а вот так вот. Давайте гамбочку. Ну, фея действительно сейчас полупобедка такая. Короче, не мог. Ну, потому что они добавили целую новую локацию. И вместе с ней сделали так, что за всех старых персонажей ты должен эту локацию снова пройти. Сделали ачивки по каждому этому персонажу. И теперь 176 ачивок в игре. По ачивкам посмотри, возьму и сравню сейчас. Где там Архангел? Вот он. Брат, это не тупи. Ну вот, у тебя не закрыта бездна, да. Чё, мой? А, это чайник вообще? Я думаю, чё так загудело? С теми платина снимается с новыми ачивками? Честно, понятия не имею. Скорее всего, да, наверное. Эмоцин, приветствую, здорово. Здорово. Я думаю, что, наверное, снимается. Краж жизни обязательно. Что мы вторым оружием добавим? Какую-нибудь флейту на музыкальном, стрелковых бахнуть. Я уже вышел в милишки, мне какие-то милишки, да. Вот, соответственно, да, новые. Все надо заново проходить. Это будет уже вторая платина. Игра топ, удачи с новыми ачивками. Мне вот уже чуть-чуть осталось. Я прошел всеми персами на новой локе, и сейчас прохожу новыми персами на старой локе. И старая лока меня душит, честно говоря. А какая-то сложная. Она, мне кажется, сейчас в разы сложнее, чем новая. Меня просто вон в угол загоняют эти викинги. И полувикинги тоже. Mm-hmm.
как плохо. Окей, ладно, через сбор играем. Трон ядерный, давно это было. Да, во, флейта, кстати, второе музыкальное. От удачи скейлс. Удачи у меня, конечно, не особо. Подожди, она оранжевая? Оранжевый скейл, я не знал. Интересно. Что-то купить шокер. Будто бы один шокер лишним-то не будет. Стихийка. Мне бы хотел стихийку чуть-чуть выходить. На PS платина не снимается за DLC просто, она все отдельно. Но это хорошо, что на PS не снимается. Это здорово, что не забрали. Чего? Нет, не прошу. Да-да-да. Да-да-да. Так, всю фею набираем вообще. Без задних мыслей. Ну, иссикатор. Че у него удешевленные предметы, да? Блин, чё у меня по макс хп вообще, я не понял. Как мне сейчас выживать? Мне бы примитивки какие-нибудь сейчас выйти резко. Кому, младенцу? Какие младенцу надо оружие? Да какие, любые, какие падают. Да вообще в стрелковое выйти, как всегда, кайф. Ну сейчас я в милишку играю, но... Мне в стрелковое не выйти. О, нет, только не он. Ладно, я его с музыкальными этими должен быстро убить. Или нет? У меня урона вообще нету. Седьмая волна, окей. Купон, отлично. Павлин на восьмой. Прикольно бы павлина придержать для девятой, кстати. Попробовать орду, да, под павлином убить. Только переживу ли я, блин, это вообще? А, у меня нет места, да? Может, секатор объединить, лютню серую взять, это взять, это взять. Наконец-то хоть какая-то броня, милишечка. Ну, хватит уже бонусный опыт набирать. Мне кажется, мне уже это... Перебор у меня уже оружия, как будто бы. Орда тебя накидает скорее? Да не, я же с милишкой играю, нормально все будет. 5 показателей дальности походной палкой на лутал, кстати. Ежу хорошо. 18 хп, конечно, про... О, на 8-й-то, оказывается. Жирненькие, да, вылезают элиточки. Это я уже не помню. Ну, их я, кстати, нормально раскатываю. Пойдет. А, и тут один в шлеме, да? Один в шлеме. Че, убьем тебя? Нет, убили. А, не, не один. А че он не один? Я думал, он один. Слушайте, а это же я еще без проклятых предметов буду играть, потому что я до сих пор не нашел штуку, которая проклятие дает единичку. А врагов-то нету, да? А как больно! А, есть! В смысле, они появляются на старой локе? Вон он ползал. Окей. Примитивка первая, наконец-то. Есть еще примитивки? Нет, есть шокер, обезьяна. Хочу примитивочки поискать. Секатор синий, лютня синяя. Камень примитивный. Ага. Камень заводчим. Ну, надеемся, что мы переживаем девятку сейчас. Чё-то я себя вообще не ощущаю на этой локации абсолютно. Надо просто пережить эту волну. Я получу кучу опыта, я куплю хороших оружек. Че я сказал? И просто пережить. Почему по мне так больно бьют?
Алло! Обычная вратата сложнее DLC-шной. Фу, окей. Справились. У меня очень много оружия поддержки. Факи. О, копье, копье, копье. Сюда, копье. Три примитивочки, а? Что там на приветище? Рула. Дробящая тяжелая. Тяжелого нет, дробящая есть. Да? Как милишку взять? Дополнительную сейчас. В принципе. Можно. Я, честно, я готов примитивное стихийное брать. Объединить уже нечего, да? Чисто ради макс хп, просто вот хп накачать. Урон от инженерии милишки обновляет, обнуляет восстановление всех защитных турелей при атаке. Я ни разу не читал это описание. Прикол. Секаторы, да, секаторы можно объединить, но я честно не уверен, что я хочу брать этот молот. У меня одна защитная турель, я не играю в инженерию, у меня не прокачанная инженерия, я лучше найду оружие получше какое-то. Дальность минус стихийка, ну... Нет... Клык примитивная точная, ну... Я думаю, лучше даже не секатор, а лютни. Я бы в два секатора поиграл. А вот клык возьмем. Пусть какую-то вампирку мне выдаст, да? Тоже нормальная тема. На десятой волне... Сейчас десятая волна — это такая сильная довольно волна, да? Ребенок с 13 руками — это что, библейский... библейский точный младенец. Да. Блин, скорости атаки, кстати, вообще нет. О, как вкусно. Гранатомет бы взять? Ну, наверное, нет. Где поехали? Походная палка, кстати, тоже нормально. Чуть-чуть халявной дальности подкачать. Очень нужны копии. А сейчас вот я бы несколько примитивных копий взял с радостью. Свой билд. И броню, броню, броню где-то найти. Где-то накачать броню. На 11 сейчас побегут любимые эти любимые мумии, а у меня против мумии нету зуба замедляющего пока что. И брони вообще нет. И ни хрена у меня нет. Почему я такой слабый? Я ультра слабый. Пойдет. Ну, 79 сбором. Остановление здоровья при убийстве. У меня, кстати, 23 регена. Откуда? У него свой собственный какой-то, нет? А, ну, конечно, это же великолепная, замечательная фея. Примитивное среднее берем. Фиолетовый шокер. А, у меня есть замедление с шокером. Так, примитивки уже максимум. В принципе, так что посох можно не брать. 6 примитивок есть. 10 скорости атаки за 100. Что-то дороговато. Молот. Урон за удачу. 1%. Блин, жемчужина такая выглядит интересно, но никогда ее не беру. Так что, флейта — это в итоге стреляющее оружие? Блин, я думал, она в милишке бить будет. Первый раз флейту юзаю. О. В призрака превратили одну мумию, отлично. Ходит, кусается. Флейта работает. С 11-й волной проблем особо нет. Враги довольно-таки неплохо замедленные. Всем подряд. Надо не забывать бегать, чтобы походная палка качала дальность.
и броню как-то накачать. На левелапах-то мне, блин, не дают броню. Жизнь боль, когда брони ноль. Ну и даже два, тоже боль. Еще элитку вспоминать с первой локации. 360 всего лишь. Турелька. Бой, опасно, опасно. Милишки бьет кожаный флейт. Да. О, наконец-то скорость атаки хоть какая-то. Противная рогатка, у меня один урон в дальнем бою. Чё-то нет. Рукопашка. О, вот что надо брать еще. Плюс 20 инженерии халявной, да, возьмем. Может быть, гвоздь придет, все оружие станет резко сильнее. Правильно, правильно. Ну давай, что тут за элиточка? Ты кто вообще? Я тебя не помню. Так, взял, убежал от меня. Плохо. Я так хорошо с тобой дрался. Ты взял и ушел. Братишка. Не убегай ты от меня, братишка. Ай, походу я его не убью. Я не могу рядом с ним стоять, потому что меня душат мобы. А мне надо по нему постоянно флейтой бить, чтобы доп урон был. Да, чё так много врагов? Алло! Ну ладно. Бисмарк, привет. Уже успел гладиатора и рыцаря закрыть, но однорукий такой посос, но не могу я на нем. Ну, это великая правда про однорукого. Это только так. Сразу подкладка пришла, божечки. Так, подкладка плюс свинка. Стараемся покопить сейчас. Пару волн постараюсь покопить, наверное. Это орда плюс элитка, такого не бывает. Орда плюс элитка не может быть, в принципе. This is impossible. У меня, кстати, ноль миличного урона. У меня просто некачанные оружки. Да, у меня их 15 штук. Но они не прокачанные. Мне не выпадали ежики. Мне падала всего одна перчатка боксерская. Мне не выпадали самое, наверное, нужное, что мне хотелось бы выбить. Это... Как он называется... мастер, короче. Мастерство, по-моему, он так называется вроде бы, да? Плюс 6 миличного урона, минус 3 дальнего. Рыбка, кубик, ячейка, ячейка. Острая медицинская. Ну, это вампирка, кстати. Че там хотел на свинке копить? Взять ли одну ядерку с уроном 66 против орды на 15-й волне? Можно, у меня разницы в уроне почти нет никакой. Сам посос на самом деле это маг, такой ужас, без леги на горение, вообще ни о чем. Не, почему маг нормально играет? У него очень быстро стихийный урон скейлится. Чисто за счет стихийного урона он достаточно легко все проходит, то есть урон это достаточно. Сейчас еще сосульки появились, которые флетовые и хорошее значение урона имеют. То есть горение-то можно и колбаской наложить. Вопрос в том, чем за мага дамажить. Чем дамажить, ну, флетовым, то есть не периодическим дамагом, инстантным.
И для этого появились в целом, как я уже сказал, появились эти... Блин, солонина точно норм? Как будто должна быть норм. Мне бы еще, знаете, еще какие-нибудь турнирные копии. Сот монет. Ну чё, посидим до орды, как думаете? Покопим. Давай, свинья, тащи. Посидим. Ты на красное ставил? Признавайся. Конечно же, я вижу, на что вы ставили. Или не ставили. Тут бы какой-нибудь, я не знаю, процентный урон, скорость атаки, что-нибудь. Ну, типа, призрачные пушки бы, да? Я не голодный. О, 1300, окей. Я не брал ни одной шмотки на количество врагов. Я не знаю, откуда их так много. Фу, так, камень, хорошо. Щит полностью бесполезен. Для твоего копья еще одно. Чем больше копий, тем больше копий. Первые проклятые шмотки, да? Камень. Надо брать. Надо брать, объединяя, наверное, метательные копья. 3000 урона, 2000 урона, 4500. Он броню дает. Мне очень нужна броня. Можно обычный факел вынести в помойку. Мне не нужно это примитивное оружие. У меня урона нету. Еще копье. Так, серп у меня какого уровня? Серп у меня синий. Эпический посох. А у меня, кстати... А, это флейта, это не посох. Примитивное средневековое даст единичку брони. Давай флейту выкинем в помойку. Дробящая, плюс броня. Еще один камень. Вчера на гноме играл, все на урон падало, на предпоследней элитке. А отслот или выпал? Дальность 125 на минус 1 броню, свап, в итоге криты с колотушек. По 1300, игнор урона 89%. Вау, жестко, жестко. Жестко. Акслотль вообще тащит. Крутая штука очень. Это да. Кстати, он считается стихийным ядерка? Нет, тяжелая радиус взрыва. Процентный урон еще. Блин, как же плохо я себя ощущаю на этой карте по сравнению с бездной. Прям очень плохо. Это что, первое проклятие? Ну, первое я купил только что в магазине недавно. Сейчас броню камнями настакую, и хорошо будет. В принципе, у меня реген крутой за счет феи, у меня хп много за счет примитивных оружий. Осталось броню, и все. Камни прям вовремя пришли, очень-очень вовремя. Оп, дробящая. Плюс броня, 7 брони, ну пойдет. Один сад. Раз в 15 секунд. На эти раз в 12 секунд фрукты дают, да?
Эх, случайно объединил копье, ну ладно. Меч взять, средневековая, плюс броня, плюс 3 уклонения, наверное, нет. Чуть уклона можно. Не, меч хорошее оружие, меч надо лучить. Серп фиолетовый. Нафиг. Сколько у меня поддержки, кстати, 109? Ракс Лотля, кстати, себе броню с 250 ренжой свапнул. В каком-то классе. Вот да, 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 броню свапать с Акслотлем, с дальностью. Всегда надо дальность, да, свапать на Акслотле. А с чем? Ну, вот с какой-нибудь броней кайфово. Наверное, один из самых таких медленно набираемых статов, потому что броня всегда качается по 1. Дальность качается по 5, 15, 20, там, 50, да. Да, у брони же, наверное, самый маленький медленный стат. Ну, я никогда в жизни не свапну Акслотлем что-то с броней. Разве что на призраке. Разве что на призраке, потому что я люблю набирать броню. Я никогда не играю в маленькое количество брони. Броня — это жизнь. Танка, билды — наше все. В любой игре. Абсолютно. Танка, билды — супер топ. Так. Что у меня тут? 21. Можно поменять серую лють на синюю, но зачем? Меч хотел взять. Броню около 10 беру, а дальше только на определенных персах. Так начинается плохой рейд, деньги за процент блока. Ну да, минимум до десяточки точно, там процентов 50 снижать урон хотя бы. Сколько урон ядерка наносит? Ну 8000, самый большой урон внесла. Удивительно. Как раз жизни уберем чуть. Примитивок же достаточно? Достаточно. Нет, турель. С таким количеством оружия не брать кражу жизни — ошибка. Карманная фабрика. Ну да. 19 инженерии. Топорик, кстати, охренительное оружие на самом деле. Так, что ты вообще делаешь? Понял, стоим поближе, урон не получаем. Стоим подальше, урон получаем. Так, его бы лютни избивать. Лютни вижу в нижней левой части экрана. Легендарную. Что меня так дамажит-то? Блин, ребята, где мои фрукты? Не успей, хер бы с ним. Севди, нет. Урон ближним, урон дальним, минус стихийка. Это надо взять. Еще апнуть дисковую пилу. Приветствую, как дела? Здорово, гомункул. Тяжело. Тяжело идет младенец, тяжело идет на старой карте. Я не понимаю врагов. У меня все плохо. Самое раздражающее на этой локе — это мелкие стрелы. Да, 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 я там все засрано было. Все было засрано мелкими щелами. Да как я столько урона-то получаю? У меня 8 брони есть. Неужели проклятые враги? Вроде не особо много проклятых, не? Вот проклятый викинг! Я не знаю, что мне делать, почему я такой слабый? Я ультра слабый, помогите!
Врагами все засрано. Почему все засрано? Я не брал ни одного предмета на количество врагов. У меня нет ни мыши, ни... ни этого пришельца. О мой бог. Да, я даже брал я даже брал белый флаг. Жесть. Ну, огненную турель поставить. Еще на дисковая пила на вампирку. Ну, че, поехали. 20-я волна. Кого здесь вообще первым убивают? Ктулху или... или вот этого чувака? Наверное, вот этого чувака. Ктулху, наверное, вторым. Как же они душат по сравнению с... бездной, бездна легкотня, запомните. Походу, я все-таки Ктулху первым убью. Никого вообще не убью. Помру прям тут. Боже мой. Град синеньких. Поздравляю. Поздравляю. Уже около 10 персов закрыл, помнишь, на 20 волне, как с близнецами из террарии. По одному перевозить надо. Ну, да, конечно, надо стараться одного убить. Бэкстейджик забрал випку. После этой гамбы. Забирай, выдано. Выдано. Ребята, всем утречка, денечек, хорошего настроения, рад вас всех видеть. Привет им, привет им. Да.